Песен и Даник. Сегодня за нами две психушки гонялись. Фух, мы аж вспотели. Ёлки-галки. Мы сейчас будем гулять. Уже гуляем. Фух, а там эти две девочки. Не знаю, что это звучит смешно, но одна была я кобыла. А, помнишь прикол? Привет, кобыла. Блин, я боюсь. Если это будет сегодня в Ютубе, я буду радовать. Так они смогут поджидать. Они в розовом одежде. Вы этот жук должны видеть. А, да, что видим. Вы этот жук должны видеть. Представь, если будет много лайков за это видео. Да. Как думаешь, где они? Дебилы! Если что, бегаем. Это криминальная Россия. Криминальная Россия в это. Криминальная Россия, только в реальности. Это миссия выполнена. Тут уже снайперы. Тут уже снайперы. Они за нами гонялись, потому что мы шли с Даником. И Вики сказал, о, сиди. Она за нами погналась. И что-то нам там говорила. Да. Мы еле убежали, он так быстро... Мы говорим по-украински, но мы заради вас говорим по-русски. Пишите в комментариях, что вы думаете. Блин, жалко. Что, если мы их не найдем? Если мы их не найдем. Видео еще должно быть 3 минуты, я так думаю. Ну, если мы успеем, то мы вам покажем портативно. Да, это Украина. Кому интересно, это Черновцы. Город такой. Тут живет один летсплейщик плохой, Иван Химка. Да, вот тут дом. Он очень плохой летсплейщик. Очень плохой. У него очень где-то 5 дизлайков есть в одном видео. Это типа мы снимаем влог, я так думаю. Блин, где они? Да они ушли. А что будем делать? Ну там погуляем. Так я чувствую, что у меня нога сломана. Дивись, еле хожу. Миша там прыгает с кимось. У Даника есть брат. Ну, я говорил, кажется, когда мы снимали GTA. Да. Мы от него тоже бегаем. Даник, смотри. Мы любим по пацан. Вот это налет. Это такой ресторан замок. Ну да. А вот тут ресторан. Мой братик там сидит. Видите? Нет. Еще 2 минуты есть. Тебя убьет миллион людей. А что я сделал? Я только тебя снял. Да? Где?